Кстати, они привезут Джессику. Королева драмы собственной персоной. Привет. Моя дорогая. О. Слышала про успех твоей книги? Я читала. Восторг. Мы продаем дом. Что? Представь себе, у людей бывают финансовые трудности. О, клафути. Боже мой. А ведь еще час назад мирно ужинали. Это все меняет. Повеситься в нашем саду, когда мы выставили дом на продажу. Кто вообще вешается в чужих садах? Хороша подруга не могла вздернуться в своем. У нее нет сада. С этим нужно что-то делать. Когда покупатель узнает о трупе в саду, дом он вряд ли купит. Окей. Но она повесилась здесь. А если нет? А Бет и Ричард? Они идеальные друзья. Ходячая беда – это Джессика. Позвольте спросить, не могла бы она дать автограф, если не слишком занята? Мы вляпались в эту ситуацию из-за Джессики. Но мы-то ни при чем. Теперь при чем? Полицию вызывали. У нас полный порядок. Ты вечно мной манипулируешь. Я хотя бы не строю себя святошу. Безосновательно. Богатым оснований не требуется. Вы случайно там ничего не прячете? Это физически невозможно. Возможно. Утром эта новость взорвет интернет. Сумасшествие! Ты спятила! А если всех нас поймают? Лучше бы я ее не приводила. Как насчет десерта? Идеальные друзья. Не смотри на них. Не смотрю. Не стоит не смотреть на них так явно. Это вызывает подозрение.